Чебоксары прибыли участники перехода 5000 километров по водным путям России. Свою акцию они посвятили памятной дате российской истории – 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Подробнее в следующем сюжете. 5000 километров по водным путям России – уникальная экспедиция военных инженеров. В ней задействовано более 100 человек и свыше 100 единиц военной и специальной техники. В процессе перехода по речным путям один из так называемых понтонов, плоскодонных судов, пришвартовался в Чебоксарах. Здесь проходит выставка достижений инженерных войск. Мины, досмотровые устройства, снаряжение. Это и многое другое можно увидеть своими глазами. Надо отдать должное сегодня этим ребятам, которые водрузили вот такие, соорудили такие понтоны, и на которых представлены прекрасные экспозиции, фактически привезенные прямо из Пальмиры, из Карабаха, из других мест, где можно увидеть, вот, как оно все выглядит на самом деле. И еще раз вспомнить, что да, война Великой Отечественной началась 80 лет назад, и слава Богу, силами нашего советского народа, таких героев, которые отдали свои жизни, мы это прошли. Это мероприятие несет духовно-нравственный и патриотический характер. И сегодня наши детишки смогут непосредственно своими руками потрогать это и убедиться, насколько, еще раз подчеркну, сильна наша вооруженная сила и российская армия. Стартовали понтонные подразделения инженерных войск в Муроме. После Чебоксар побывают в Казани, Ульяновске, Самаре и Саратове. Без швартовки они пройдут почти 2000 километров. Конечной точкой станет Волгоград. Ульяна Пятакова, Бахтияр Велиев, Республика.